Добрый день, уважаемые зрители. Мы находимся в теплице, где у нас растут в основном томаты. Ну и на осенний оборот летом вот мы решили соток 10 для себя попробовать перцы, вот, баклажаны. Почему мы это делаем? Здесь разные сорта, как вы видите, абсолютно разные. И мы хотим, большинство теплиц сейчас сажают томаты или огурцы. Вот на осень проблема, вот осенью иногда огурцы там 50 тенге бывает, банкрот, иногда перцы там мешками идет, вот грунт, иногда баклажаны, раз цена взлетает там чуть ли не 300, 400, до 700 тенге получается. Поэтому вот между культурами мы решили вот проэкспериментировать, найти тот сорт, и если у нас найдется клиенты, те, которые в больших объемах, допустим, куда-то на дальняк Россия или кто, если хорошие клиенты будут, то у нас уже будут готовые сорта, гибриды перцев, баклажан, чтобы на больших площадях высадить на отправку. То есть там всегда роль играет объем. Поэтому вот мы высадили вот эти 10 соток этими перцами, баклажанами, разными сортами. В дальнейшем мы будем показывать вам, как она идет. Конечно, она чуть поменьше размером, чем томаты. Почему? Потому что она, концентрация тут выше, как для томатов, чем для томатов здесь выше. Она чуть такой генеративно идет, не вегетативная. Но она впоследствии все равно выровняется, я думаю, и будет все нормально. О результатах мы дальше вам покажем и скажем, какие из гибридов лучше дают по урожайности, по качеству, по срокам созревания и на какие спрос может есть, нет. Спасибо за внимание.